торгово-развлекательном центре «Баше» прошла большая дегустация продукции лучших перерабатывающих предприятий «Черноземья» и мастер-класса от ведущих поваров. Так работники пищевой промышленности отметили свой профессиональный праздник. На вкусном торжестве побывала и наша съемочная группа. Десятки крупных пищевых предприятий стали участниками большой дегустации. На столах изобилие от самых популярных продуктов до последних новинок производства. Вареные и сырокопченые колбасы, ветчина, сосиски, сардельки и колбаски для гриля. Рыба горячего копчения, блюда из птицы, груды шоколада и молочные реки. Агропромышленный комплекс «Промагро» представил шашлык из свинины и люля-кебаб из баранины. Деликатесы готовили на гриле прямо на глазах у посетителей. Самый большой поток людей, гостей, вы видите, только у нас, потому что это очень вкусно. Свинина сочная, вкусная, ее достаточно чуть-чуть пожарить, и сам сок, сам вкус виден все на лицо. Нам, ну, приятно работать с таким мясом, очень приятно работать и со свининой, и с бараниной. Желающие отведать шашлык из свинины «Промагро» выстраивались в очередь. Ароматного мяса с хрустящей корочкой хватило всем. Я только что отведал шашлык. Непередаваемый вкус, сочетание запаха и вкуса. Каждый, кто здесь был, я уверен, что не прошел мимо шашлыка от «Промагро». Я люблю шашлык. Вкусный. Мне он очень понравился. Никогда такого не ел. Очень вкусно, очень такой приятный, сочный, свежий, очень приятный. Вообще очень приятно вот это мероприятие, которое проводится в городе, дегустация, что все можно попробовать и оценить качество. Мне очень понравился шашлык, так как вкус был очень вкусно, прекрасно просто. Мясо очень вкусно, мне просто слов нет это рассказать. Ну я все попробовала, мне тоже все понравилось, все вкусно. Многие впервые попробовали люля-кебаб из баранины. Наше мясо выращивается в Белгородской области, в экологически чистом районе. Выращивается на специальной ферме, которая занимается только выращиванием ягнятины. Выращивается у нас мясная порода куйбышевская. Порода является специального мясного направления. Фарш из баранины, лук, немного специй, всего 5 минут на гриле, и нежнейшее мясо готово. Староскольцы оценили пикантный вкус и отсутствие специфического аромата. Мясо здесь чувствуется, что свежее, оно и молодой барашек, вы знаете, как-то так. Но мне понравилось. Я попробовала, я порекомендовала бы.